Бонсуар! Я в Париже, и у нас настоящая весенняя погодка. Я собиралась сюда лететь еще пару месяцев назад, планировала, мечтала об этом. И мне написало агентство. Ну и как можно отказаться? Они мне заплатили за билет, помогли с жильем. Еще каждую неделю платят Pocket Money. Так что да, я согласилась. Теперь жду, получит ли Богдан визу. И жду его сюда. Конечно, лететь в это время в Париж в модельное – это совсем невыгодно, потому что не то, что нет работы, нет даже кастингов. Все начнется только через месяц, когда начнется мужской Fashion Week. Вот. А меня уже здесь не будет. Уже вроде бы погодка наладилась, так что да, буду собираться и очень хочу уже побыстрее пойти в самые свои любимые места здесь. Вот, и покажу вам все, буду с вами гулять. Да. Сейчас я исполню то, о чем мечтала давно. Здесь что-то новенькое такое поставили. Здесь обычно, когда показывают, Dior делает очень красивые инсталляции, устраивает. А здесь что-то такое похожее. Не Dior, но интересно. Так, и туда есть вход. Какие-то ветки. Снаружи она выглядит однозначно интересно. Ух, погодка. О, да, год мечтала об этом моменте. Кофе. И круассанчик. О, класс. Как красиво, полосочка света вышла. И тучи там черные-черные. Обалдеть красиво. Я почти что год мечтала съесть парижский круассан в этом саду. Возле дворца живут, да? Такие хорошие. За то, чтоб мечты сбывались. Здесь кофе. Я допила кофе и вспомнила офигезное место. Очень классную кофейню. Не смейтесь, это Starbucks. Это не просто Starbucks, вы увидите, это просто роскошный Starbucks. Перед роскошным Starbucks будет шопинг в роскошном месте. В Париже все роскошно. Башенька. А там, наверное, где-то над моим домом
Армагеддон. Здесь обалденно. Здесь когда теплая погода, все лежат, как будто бы на газончике. Таня, шопер. Такие пакетики классные, маленькие. Искала джинсы какие-то, купила обычные. Столько всякого понапридумывали, вы мне скажите, кто это все носит? Я, кстати, поняла, почему мне нравится больше Париж, чем Лондон. Потому что я здесь ничего не понимаю, абсолютно. Мой мозг отключается. В Лондоне я первую неделю пила таблетки каждый день. От этого потока звуков ежедневного просто раскалывалась голова. А здесь только слышно какое-то лепетание. У меня ленивый мозг, ему нравится ничего не понимать вокруг. Привет, ребят, я спешу на съемку. Я настолько привыкла, что у меня нет ни съемок, ни кастингов, что когда мне прислали работу, я была прям в шоке, не поверила. Так, но тем не менее, съемка будет, и команда из России для какого-то журнала, для какого-то в прямом смысле, потому что еще не решили, куда эти снимки пойдут. Вот такое иногда случается. Сначала снимают фотографии, а потом рассылают по журналам. Вот. Посмотрим, что получится. Я не знаю, или получится снимать, потому что часто на таких съемках запрещено снимать что-либо. Такая вот у нас сегодня съемка. Вот такие у меня брови. В стиле 70-х и под каждый лук очень красивый мейк. Контрастного низа к нему одеть, потому что у нас будут только красные блестящие штаны. Ох, у нас погодка, ребята. Вообще, у меня уже все джинсы промокли, все кроссовки. Но зато съемка была классная. Не знаю, буду добираться и прощаться с вами. Подписывайтесь на канал, и мы с вами еще увидимся, если я не заболею.